Чем я смотрю софт-маркет? Чем является софт-маркетинг? Софт-маркетинг, скупящий на обычных трендах. Софт-маркетинг концентрируется на современных трендах. Не знаю, чи тутай рубеж на Украине, але в Польше зараз вензи, чему я этого здоровья. Не знаю, как здесь в Украине, но, например, в Польше все больше и больше говорят на тему здоровья. Почти ведь зараз вензи, чему я этого отхору. И на самом деле говорят все больше и больше на тему заболевания. О онкологии. Mówi się o coraz gorszej kondycji społecznej, jeśli chodzi o otyłość, choroby serca. A to, że to się burzy i burzy kondycji w swoim obszarze, jeśli my mówimy o większym wiesie i problemy serca. Pomimo, że medycyna jest coraz lepiej rozwinięta. Ja nie stawiam to, że medycyna się lepiej rozwija. Ale również ludziom coraz gorzej się powodzi finansowo. No także ludzie w ciągu burzy, no jakby idzie od dzieła finansów. A więc takie pierwsze rzeczy to są takie trendy, które są modne. Поэтому первой вещью являются те тренды, которые как бы на моде, в моде. Другой рзечом jest to, że jestem jednym z was. Вторая вещь то, что я такой же, как и вы, я один из вас. To znaczy, tematem przewodnim jest Dual Life. Как бы главной темой у нас является Dual Life. Ale nie jestem udziałowcem Dual Life. Но я не являюсь ни сотрудником, ни имею части доли в компании. To nie jest moja firma. Это не моя компания. To jest mój partner biznesowy. Это мой бизнес-партнер. I dlatego też chciałbym wam pokazać, z jakiej perspektywy ja patrzę na Dual Life. Поэтому хочу показать вам, с какой я перспективы смотрю на компанию Dual Life. Софт-маркетинг – человек в центре внимания. В софт-маркетинге человек в центре внимания. И фирма Dual Life wie, że musi zrobić dobrze nam. И компания Dual Life знает, что должна сделать хорошо для нас. Żebyśmy chcieli z nią współpracować. Чтобы мы хотели с ней сотрудничать. И третью вещь, которая характеризует софт-маркетингу. И третья вещь, которая характеризует софт-маркетинг. Są różne rozwiązania. Это разные решения. То, что наиболее мне подобно в свете бизнеса, то, что мне больше всего нравится в мире бизнеса, то бизнес упорту франшизы. Это бизнес, который опирается на франчайзинг. Потому что в франшизах, таких классических франшизах бизнесовых, потому что в классических бизнес-франшизах, человек достает целый ноу-хау. Человек получает целый ноу-хау. Показує йому ще, що варто робити, чого не варто робити, з досвідчення їх людей. Їм показується, що стоїть робити, що не стоїть робити, з точки зору нинішнього опиту. І в софт-маркетингу ваші маємо таку стежку. І в софт-маркетингу у нас є ця дорожка. Де людям показуємо крок по кроку, що варто, чого не варто робити. Де людям показуємо шаг за шагом, що стоїть робити, що не стоїть робити. То, що характеризує софт-маркетинг, то, що характеризує софт-маркетинг, то є три пілари. Це три направлення. O jednym już powiedziałem, to jest zdrowie. No ja już сказала, to zdrowie. Zdrowie jest fundamentem szczęścia człowieka. Zdrowie to fundament szczęścia człowieka. Drugim filarem to są możliwości finansowe. A drugie направление to finansowe możliwości. Absolutnie każdy z was potrzebuje finansów. Absolutnie każdy z was potrzebuje finansów. Ale jest trzeci filar, który nazywa się rozwój osobisty. Jest także trzecie направление, które является личное развитие. Słuchajcie, nie jest to proste wytłumaczyć, czym jest rozwój osobisty. Nie tak prosto объяснить, czym является личное развитие. Ale mogę zadać wam pytanie. No ja mogę zadać wam вопрос. Słuchajcie, czy w Kijowie są bogaci ludzie? Jest w Kijowie bogaty ludzie? Są bogaci ludzie w Kijowie? Jest. Są. Jest. Okej. Okay. A czy są w Kijowie biedni ludzie? A jest w Kijowie biedni ludzie? Są. To proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe? Скажите мне, пожалуйста, как это возможно, żeby w tym samym czasie, чтобы в то же самое время, w tym samym mieście, w tym же самом месте, przy tych samych rządzących, при тех самых, przy tych samych układach politycznych, при тех же политических схемах, przy tej samej pogodzie, при той самой погоде, были бедные и богатые, были бедные и богатые. Co ich różni? Что их отличает? Co ich różni? Что их отличает? Неможливости, потому что можливости для всех все подобные. Невозможности, потому что возможности для всех одинаковые. Вообразите себе, что в Польше, представьте себе, что в Польше до 2020 года, то есть за 3 года, до 2020 года, то есть за 3 года, 50% взрослых поляков будет иметь высшее образование. 50% взрослых поляков будет иметь высшее образование. Можно было поехать с бардо вышкалцовым спочатку. Можно сказать, что это очень образованное общество. Але вцаре нам еще лепей не поводит. Но совсем лучше у нас, как бы, ну, нам не идут дела у нас. Попадьте себе, мамы, 5 способов зарабатывания денег. Смотрите, есть 5 способов заработка денег. Что разница человека, которого звольняют с работы, от того, которого награждают? Что отличает человека, которого увольняют с работы, от того, которого повышают? Co różni od kogoś, jednego człowieka, który otwiera biznes w danej branży? Что отличает того человека, который открывает бизнес в какой-то индустрии? И его развивает. И его развивает. От другого человека, который банкротит. От другого, который банкротит. Слушайте, я был где-то przekonan. Я когда-то был убежден, że wszystkie moje niepowodzenia finansowe, что все мои финансовые неудачи связаны с рынком, с господарком, с людьми, связаны с рынком, с экономикой, с людьми.
И допуки не отповедяю себе, что наислабшим огнивом торгоуплату и стал я, и пока я не понял, не осознал, что сам слабым звеном во всем этом являюсь лично я, ничего в жизни не могу изменить, ничего в моей жизни не могло поменяться. Для того, что тот, кто из соцмаркетингу наивозничную сторону, и то, что в соцмаркетинге является его сильной стороной, то есть розвой субъекта, это личное развитие. Понимаешь, ваше счастье, ваше повозрение в жизни, потому что ваше счастье, ваше личное развитие зачинаешь от одной вещи, начинается с одной вещи, от вашей головы, с вашей головы. На своей дороге спуткаю человека, который называется Тихартекер. На своей дороге я встречаю человека, который называется Тихартекер. Кто из вас был на таком школе Тихартекера? Кто-то был на обучении Экера? Но ездит по целому свете, потому что он путешествует по всему миру. Я люблю так. Рак-пиненцы – это не проблема. Нехватка денег – это не проблема. Рак-пиненцы – то есть выник. Нехватка денег – это результат. Выник того, что рубичи. Результат того, что ты делаешь. А то, что рубичи – выник от того, что рубичи. А то, что ты делаешь – это следствие того, что ты знаешь. То есть, веку 46 лет. В возрасте 36 лет. Первую вещь, которую я себе сказал. Первую вещь, которую я себе сказал. Готовицкий, шестая себе уфать. Готовицкий, перестань себе доверять. Понимаешь, что 16 лет своего жизни проводил и жить так, как я мечтал. Потому что 16 лет ты вел свою жизнь так, как ты считал нужным жить. А слышал слово Эйнштейна. Слышав слова Эйнштейна. Же шалейство не сделать все, что самое, ожидать или результат. Сумасшествие делать то же самое и ожидать новых результатов. Установил я что-то изменить свою жизнь. Я принял решение что-то изменить в своей жизни. Еще тогда не ведяю, что. Еще тогда я не знал, что. Але ведяю, что же нужно. Но тогда я знал, что вы должен. Два года позже. Два года спустя. Падла мне до руки первая книжка развития. Мне в руки попала первая книжка по развитию. Поэтому это был Роберт Чалдини. Это был Роберт Чалдини. Вывирание пыву на людей. Влияние на людей. И тогда зачем разуметь? Я тогда начал понимать, то есть он регулы счета, что есть определенные правила в жизни. Если я познал, если мы с ними познакомимся, то желательно идти дальше получится. Нам будет значительно проще двигаться в жизни. И то, что постановили, что сложить в Польше, и то, что мы приняли решение создать в Польше, то есть бизнесовые клубы здоровья. Это бизнес-клубы здоровья. Środowisko ludzi, którzy chcą podnieść swój standard życia. Сообщество людей, которые хотят улучшить качество своей жизни. Специально mówię podnieść swój standard życia и не używam слов ani pieniądze, ani zdrowie, ani inne rzeczy. Я специально говорю качество своей жизни и не использую слов деньги или здоровье. Каждый иначе рассматривает поднесение стандарта жизни. Потому что каждый по-своему понимает улучшение качества жизни. To jest filozofia oparta o holistyczne podejście do życia Stephena Covey'a. Ta filozofia, ona opierается na holistycznym podchodzie do życia Stephena Covey'a, który mówi, że patrząc na ludzi, który mówi, że smatria na ludzi, że szczęśliwy człowiek, счастливый человек, to jest człowiek, który realizuje się na czterech płaszczyznach. Это человек, который реализуется в четырех сферах. Te slajdy chyba nie są przetłumaczone. Ale te slajdy robią nas nie pierwszy. Ale tutaj Olek zrobi dobrą robotę. No, ja pierwszy. Więc pierwsza płaszczyzna, первое направление – это потреба тела. Это потребности тела. Потреба тела – то есть здоровье и деньги. Потребности тела – это здоровье и деньги. Зауважьте, что люди, если не имеют здоровья, а не имеют деньги, тяжело быть счастливым. Обратите внимание, что если у людей нет или здоровья, или денег, им трудно быть счастливыми. А знаете кого-то здорового, богатого и несчастливого? А знаете ли кого-то здорового, богатого и несчастливого? Как это возможно? Сами говорим, да нет, не такой богатый, а пополнил самоубийство. Иногда вот мы слышим, ну такой богатый совершил самоубийство. 2 миллиона поляков выигрывало за границей. 2 миллиона поляков выиграли за границей. Я думаю, что это было около 5 миллионов людей из Украины. Я предполагаю, что около 5 миллионов украинцев могло быть. И часами укладывают себе жизнь, зарабатывают деньги, все здоровье. Иногда они укладывают свою жизнь, они зарабатывают деньги, они здоровые. А это все счастливы. Но вопрос, счастливы ли? Не завжди. Не всегда. Дlaczego? Почему? Потому что другая потреба человека – это потреба сердца. Потому что вторая потребность человека – это потребность сердца. То есть потреба милости и принадлежности. Это потребность любви и принадлежности. Третья потреба, то есть потреба разума. Это потребность разума. Быть или не быть, о том, что далее. Очевидно, ходи о розвой. Понятно, речь о развитии. И четвертая потреба. И четвертая потребность. То есть потреба духа. Это потребность духа. Поставить по себе свет. Оставить после себя свет. Быть таким человеком, о котором добре себе вспоминал. Быть человеком, про которого будет хорошо вспоминать. Зауважьте, или мамы разных способов зарабатывания денег. Обратите, сколько разных способов заработка. Или мамы нелегальных способов зарабатывания денег. Нелегальных способов заработка. Люди зарабатывают. Люди зарабатывают. Богачи, богатятся. Но они несчастливы.
Я так что говорю, что Библия же же и так. Я всегда, ну, в шутку говорю, может и так. Же где пукают, то тебе, а не по тебе. Что когда стучат, важно, чтобы к тебе, а не за тобой. Сейчас я вопрос, кто хотел бы быть в таком клубе? И вопрос, кто хотел бы быть в таком клубе? Который мог бы реализовать все потребности человека. Который мог бы реализовать все потребности человека. Чтобы оповедить о том, чем я занимаюсь. Чтобы рассказать, чем мы занимаемся. Что проводил презентации в четырех обшарах. Я говорю презентацию в четырех направлениях. То есть таким встаем, с которым робишь шурики. Это вот то вступление, которое я делаю с человеком. Вы взбудите его чекавость. Чтобы пробудить его заинтересованность. Чтобы хотя бы услышать, что вам дали до зафорования. И чтобы он дальше имел желание услышать, что, какое у меня есть предложение. Dlatego dalsza część jest zbudowanie świadomości i potrzeby. Ponieważ to следующая часть to построение доверия ценности. I pomimo, że nie jestem ekspertem od żywienia, nie jestem dietetykiem, nie jestem lekarzem. Niesprawia to, że ja nie являюсь ekspertem od pytania, dietologem или doktorem. Poprowadzę tą część. Ja prowadzę tę część. Pokażę wam po prostu, jak to robię na co dzień. Pokażę wam, jak to делаю klasycznie każdy dzień. Bo chciałbym, żebyście to przyjęli do serducha. Потому что я бы хотел, чтобы вы взяли это в свое сердце. Я убежден, что по этом первом разделе вы поймете, почему не говорим о лечении. Я убежден, что после этого первого раздела вы поймете, почему мы не говорим про лечение. Зрозумите, какую роль имеют эти продукты. Поймете, какую роль имеют эти продукты. Зрозумите, чем есть жидкость функциональная. Поймете, чем является функциональное питание. И какая есть разница между едением и отживанием. И какая есть разница между едением и отживанием. Едой и питанием. Другое слово – это представление нашего партнера стратегического. А вторая часть – это представление нашего стратегического партнера. Господа жалящего споткания. Ну, как бы хозяина сегодняшней встречи. Фирмы Dualife. Компания Dualife. Доставца лучшего стиля жизни. Поставщика лучшего стиля жизни. Доставца продуктов, опартых о аюрведе, наистаршую медицину света. Поставщика продукции, которая опирается на аюрведу, самая старая наука мира. Третья часть дотычит финансов. Следующая часть касается финансов. Хотел бы вам показать, в какой способ можете скористать на том, что тут есть. Хотел бы показать вам, каким образом вы можете использовать то, что вы здесь находитесь. Как можете заработать на информации. Как вы можете заработать на информации. Что та фирма только распочита в вашем крае. Что эта компания только начинает дорогу в вашей стране. И четвертая часть дотычит нарядов. И четвертая часть касается инструментов. Зауважьте, что через тлумачение завше это цвет уже дуже. Обратите внимание, что из-за перевода нам это занимает чуть дольше. Dlatego przejdę przez tylko pierwszą część, żeby nie wydłużać tej, całości. Поэтому я пройду только первую часть, чтобы не растягивать. Ale taką prezentację, którą prowadzę, trwa około godziny, godzina 15 minut. No, tu prezentację, którą ja обычно делаю, занимает где-то стандартный час 15. Стосує засади 0-1. Я использую правило 1-0. 0 – особа не видит. 0 – человек не знает ничего. 1 – видит полную презентацию. 1 – видит полную презентацию. Понимаешь, по убежению таких полной презентации человек видит, с чем надо жить. Потому что после того, как человек посмотрит всю презентацию, он четко знает, в чем суть. Вообразьте себе, что вам 3000 клубовичей в организации. Представьте, что у меня есть 3000 членов клуба в организации. И не вам ни одного клиента. У меня нет ни одного клиента. Как это возможно? Как это возможно? Ponieważ każdemu, kto kogo pokazuje ten projekt, ponieważ to każdemu, któremu ja pokazuję ten projekt, chce się przyłączyć jako klubowicz. On chce podpisać się jak член клуба. On nie chce być klientem. On nie chce być klientem. On chce korzystać z całości, co ma do zaoferowania soft marketing. On chce wykorzystać kompleks wszystkiego, co ma soft marketing. Obiecałem, że coś powiem o sobie. Obiecałem, że rozkażę coś o sobie. Mam 45 lat, także muszę poprawić ten slajd. Teraz mi 45 lat, ja должен немножко zmienić slajd. Ale kiedy skończyłem 40 lat, postanowiłem zrobić coś ze swoim ciałem. No, когда мне было 40 лет, я принял решение сделать что-то со своим телом. Nie miałem może zbyt dużo, ale ważyłem już nawet 97 kg. Może nie było tak mnogo, no 97 kg ja wiecie. Ale zauważyłem, że gdy skończyłem 30 lat. I ja zamienił, że kiedy ja zakończyłem, kiedy mnie było 30 lat. To z każdym rokiem mnie przybywało. To z każdym godem ja stawiałem sobie больше i больше. Wreszcie powiedziałem sobie koniec. I w jeden moment ja сказал koniec. Muszę zrozumieć, o co chodzi. Można rozebrać się, w czym suć. Ponieważ od 15 lat chodzę regularnie na siłownię. 15 lat ja chodzę na sportzal. A cały czas ważyłem coraz więcej. A wszystko больше i больше więcej. Kiedy zrozumiałem, czym jest jakaś różnica między jedzeniem a odżywianiem. Kiedy ja pojęłem, jaka jest różnica między jedą a питанием. W ciągu pół roku rzuciłem kilkanaście kilogramów. Буквально za pół года ja потерял несколько килограмм. Mimo żadnego efektu jojo. Nie było nikakого efektu jojo. Ale różnica jest taka, że dzisiaj odżywiam się, a nie jem.
Но разница есть такая, что сегодня я питаюсь, а не ем. Этот слайд будет тоже интересный. Этот слайд тоже будет интересный. Это я, когда-то. Я когда-то. Я в прошлости. И я в будущем. Все это сам я. Это тоже я. Але и. Но другое. Разница есть в том, что у меня в голове. Разница только в том, что у меня в голове. От 38 года жизни я начал управлять так званый развой собственности. От 38 года жизни я начал заниматься так называемым личным развитием. Когда жизнь мне предложила? Когда-то в жизни у меня просто как бы вещи случались. Вещи и крылья. Сегодня я их создаю. Абсолютно я с этим шоколадом. Я глубоко убежден. Яко живий довод приходить перед вами, що як примір я стою перед вами, що заробляння пенітці не є чужим випадком, що заробіток денег – це не, ну, как бы, случайність. Забачте, і здоров'я, і пенітці – це тільки і вишні ваша децизія. Посмотрите, і здоров'я, і деньги – це тільки ваше рішення. Хоча, з другої сторони, правдоподобно, вілу з вас тилу голови має певне таке переконання, що так не є. Хоча, возможно, некоторі з вас где-то ззаді голови мають мисль, що це не зовсім так. Повім вам тільки одне здання, яке слухаємо від моєго ментора. Я вам скажу тільки одну фразу, яку я услышав від своєго ментора. Яку хотів би, щоб всі запам'ятали. І хотів би, щоб ви це запам'ятали. Мисля, що спортовці слухають теж на залі. Я думаю, що от віжу здесь спортсмена на залі. Вони більше будуть це своє. Вони краще це поймуть. Не тренінг чині мистра. Не тренінг делає чемпіона. А мистровський тренінг чині мистра. А чемпіонський тренінг делає чемпіона. Не важливо, що ви робите в своїй житті. Не важливо, як довго те, що ви робите в своїй житті. Только кто вас тренирует? Но важно, кто тебя тренирует. А я вот у вас питание. Покажите мне одну школу. И у меня к вам вопрос. Покажите мне одну школу, которая учит вас счастливого жизни, которая учит вас счастливой жизни, которая учит вас, как будовать релации с людьми, которая учит вас, как строить отношения с людьми, которая учит вас, как зарабатывать деньги, которая учит вас, как зарабатывать деньги. Школу, которую я закончил. Школу, которую я закончил. Учила меня только это. Учила меня только одного. Как быть добрым работником. Как быть хорошим работником. Где са те школы? А где те школы? Которые учат, как затруднять иных. Как, которые учат, как нанимать на работу других. Таких школ нет. Таких школ нет. Те, кто же служили в системе школьництва. Те, которые создали школу, систему обучения и образования. Были заинтересованы. Были заинтересованы. Послушными и добре выдуковленными работниками. Послушными и хорошо обученными сотрудниками. Поэтому тоже większość людей, которые еще учат очень хорошо. Поэтому большинство людей, которые учатся очень хорошо, работают для тех, кто еще учили кепско. Работают для тех, кто иногда учили значительно хуже. Роберт Киосаки написал книжку. Роберт Киосаки написал книжку. Для чего пятковые работают для двойковых. Почему отличники работают для двоечников. А для чего четверковые застают урядниками. А почему те, кто учился на хорошо, стоят, ну, как бы идут в госаппарат. По двух месяцах współpracy с проектом DualLife. После двух месяцев сотрудничества с компанией DualLife. Одобрял я URXF. Я получил URXF. Обычно езжу Мерседесом E-классом. Сейчас я езжу Мерседесом E-классом. Мимо же никогда мне не было стать на новый самолет. Несмотря на то, что никогда я не мог себе позволить купить новую машину. Очевидно, то, что вот так коротким часом изыскаем сукцесы в DualLife. И понятно, что несмотря на то, что я достаточно быстро получил хороший результат в DualLife. Выникает из того, что вчешней зачем здобывать умельности в этой бранже. Это все является следствием того, что я ранее, ну, как бы искал пути в этой индустрии. И утром это мне приятность попроводить тренинг. Завтра у меня будет удовольствие провести тренинг, обучение. Как по кропу то робить? Как шаг за шагом это сделать? Потому что не есть ровно на заде, что хотел бы и выйдет. Потому что это не будет на правиле, что я бы хотел, и надо, чтобы, возможно, это получится. Хочешь, от того, что начинал. Хотя с этого тоже начинается. Потому что всюду есть определенные техники, засады. Но везде есть определенные техники, правила. И они поводят уже от дальше сутки с огонь. И они становятся причиной, добиваешься ты успеха или нет. Слушай, перейдем в таком разе до первого модуля. Давайте перейдем на первый модуль. Dlaczego фундаментом счастья? Почему фундаментом счастья? Есть здоровье. Есть здоровье. Слушай, есть такое слынное поведение. Есть такая знаменитая фраза. Люди здоровы, мои уверенные машины. Здоровые люди имеют много меньше. Люди хуже такое. Люди больные только одному. Когда бы я вас поделил, если бы я вас разделил на две группы, по этой стороне села бы группа людей здоровых, с одной стороны села бы группа здоровых людей, те люди бы говорили: Петре, конкретно, прошу, как тут можно заработать, покажи мне план маркетинговый, покажи мне самолеты. Они бы говорили: Петр, давай конкретику, как здесь можно заработать, как получить машину. А другая группа? А вторая группа?
Короче, о чем вы говорите? Слушайте, о чем вы говорите? Все же вечер, что вы делаете, это все богатство, то нет, важно. Вы знаете, деньги, богатство, это все не так важно. Позвольте вы отыскать здоровье. Но помогите мне вернуть здоровье. Вы только будьте спокойны, и одни друзья достанут все зашло. Поэтому будьте спокойны, и одни и вторые получат то, что хотят. Короче, от чего зависит здоровье? От чего зависит здоровье? Есть таких 5 вещей, которые супорты истотны с пункта зрения здоровья. Есть 5 таких вещей, которые очень важны с точки зрения здоровья. Я сделал такой фотомонтаж. Изменил один слайд, Один слайд я изменил. Хотел показать невластивое отживание. Я хотел показать неправильное питание. Не фастфуды типа фритки, чипсы, гамбургеры. Здесь даже не находятся, не знаю, чипсы, картошка фри или какие-то фастфуды другие. Только нормальная еда. Только обычная еда. Нормальная еда, которая уже не есть нормальная. Нормальная еда, которая не нормальная. И это наибольшая проблема. И это самая большая проблема. Если же люди говорят, что если не едят на месте фастфудов, ты не их дома. Большинство людей говорят, что если не кушают где-то в городе фастфудов, а кушают их дома, то проблема не почти только у тебя их не дотычены. То проблема неправильная питания их не касается. И то есть первый, то есть вообще первый проблем неразумения табаки. И это как раз первая тема, первая такая вещь недопонимания темы. Колена же это схемия гидзали. А вторая вещь это химия в еде. Колена женщина, то есть стресс. Очередная вещь это стрессы. И колена занижение человека. И следующее это загрязнение окружающей среды. Хотя бы поверить смело, что там первая женщина наиважнейшая и дальнейшая скупия. И я бы хотел сказать, что вот эта первая вещь, она самая важная, на ней я концентрируюсь. Если это такие образы, очень несимпатичные, не люблю на него смотреть. Еще одна очень неприятная картинка, не люблю на нее смотреть. Давайте, все еще дробача, кто-то еще дробача, для чего люди еще не дробача? Смотрите, мы котов, собак, как бы постоянно антипаразитные средства не даем, а почему человек не занимается своим телом? Я ведь в Украине есть такие поведения, но в Польше было, кто пьет и палит, не барабанит. Не знаю, есть ли в Украине такая фраза, но в Польше была такая фраза, что кто пьет и курит, у того нет паразитов. Ну, смотрите, ну, так и чудо диску, то жадно нормально не прижили. Ну, понятно, что в таком, среде не каждый червячок выживет. А это не есть наилучший способ для отрабатывания. Но это не самое лучшее средство против паразитов. Ну, можно сегодня его заразить. Потому что, зависимость получить. Слушайте, сколько еще только через момент на невластивое отживание? Давайте буквально секундочку задержимся на неправильном питании. Ведь можно случиться чекавиться, что стало в моей жизни. А возможно, вы будете заинтересованы, что произошло в моей жизни. Где я стопнувшего? Где произошла революция? Очень часто люди говорят, я не вежу в продукты. Очень часто люди говорят, я не верю в продукты. Споткались сейчас. Сначала такое? Я тоже не вижу. Я тоже не верю. Я верю. Я знаю. Разница между верой и знанием в том, что вежливы, но не потрафим этого зрозуметь. Разница между верой и знаниями заключается в том, а ведь это полагает на том, что разумеем те процессы, которые наступают в нашем организме. Если мы верим, то мы не совсем можем отличить, насколько это правда. Если мы знаем, то мы четко понимаем факты. Wszystko zaczęło się od medycyny komórkowej, czyli medycyny ortomolekularnej, ale generalnie medycyny komórkowej. Wszystko zaczęło się z klinicznej medycyny. Nie poszedłem na żadne studia. Ja nie poszedłem na jakieś uczelnie. Słuchajcie, wszystko macie w internecie. Co to jest w internecie? Tylko nie macie często powodu, żeby tam zajrzeć. No, często nas nie to przyczyny, куда посмотреть. Przytłacza nas tyle codziennych problemów. Столько проблем каждый день на нас валивается. Że większość ludzi to nie interesuje. A большинство людей это не интересует. Мало того, как бы еще то познали. Более того, если вы с этим познакомились, то решили бы что-то изменить в своей жизни. Вы должны были бы что-то поменять в своей жизни. Решили бы еще ходить до склепа за здоровую живность. Вам нужно было бы начать ходить в магазин здорового питания. То поводу есть, чтобы здесь решили бы дать ведь деньги, которых не бачили. Я говорю, что вам нужно потратить больше денег, которых у вас возможно. Ведь на всякий падок, то правду люди выбирают. И поэтому на всякий случай люди обходят эту правду. Не хотят вот увидеть. Они не хотят про это знать. Тем часом, то поводует, что Поруд не похивай. Но в то же время так получается, что спровождающий проблемы. Мы скатываемся к проблемам. Забачьте, как это логично. Посмотрите, насколько это логично. Людское житие взялось из одной комурки. Человеческая жизнь взялась с одной клетки. Одна комурка, которая начала еще делиться на 2, на 4, на 8, на 16. Одна клетка, которая начала делиться на 2, на 8, на 16. Человек есть слепким биллионов комурок. И человек является слепком миллиарда клеток. Забачьте, как банка мало детей. Посмотрите, как мы заботимся о маленьких детях. Все понятно, уже кормить, уже взрослого.
их же надо хорошо кормить, они растут. А если человек дорослый, то уже почти ведь цвет не потребует. Но когда он уже вырастет, ему почему-то больше ничего не надо. Мы говорим, что люди ем, но потребуют энергии. Некоторые люди говорят, я кушаю, потому что мне нужна энергия. Это неправда. Но это же неправда. Кстати, в течение этой минуты вашего жизни повстает 2 миллиона калорий. В течение одной минуты жизни появляется у вас 2 миллиона новых клеток, которые застыпляют те, которые умерли, а которые как бы регенерируют, ну, являются возобновлением тех, которые умерли. Человек из 10 раз разобран и поскладан в сообществе. 70 лет человек 10 раз разбирается в течение жизни. В течение этой годины повстает в вашем организме 120 миллионов новых клеток. То есть в вашем теле в течение часа появляется 120 миллионов новых клеток. И сейчас на логике, что же комбурка не с банком и там. И сейчас, обращаясь к логике, ведь клетка это не является какой-то мышцы пузырь. Так как комбурка может быть с чего-то сконструирована? Эта клетка должна быть из чего-то построена. И для того тоже, когда приезжало, что потребует человек, чтобы стол сбудовано. И когда мы посмотрим, то есть провели исследование, что требуется человеку, чтобы, ну, как бы строить себя, оказалось, что то есть около 90 складников, которые нужно быть достаточно для организма каждый год. Оказалось, что это 90 компонентов, которые нужно внедрять каждый день. Знаете, люди, кто же говорил, так и гены. Ну, знаете, встречаем людей, которые говорят, у меня такие гены. Видите, чем все гены? Вы знаете, чем являются гены? Czy wiecie o tym, że dzisiaj współczesna nauka potrafi na podstawie genu powiedzieć, jaki będzie miał człowiek kolor oczu, kolor włosów, ile będzie miał wzrostu? Wy znacie, że współczesna nauka w состоянии na основании genów сказать, jakie będą глаза у человека, jakie będą волосы. A więc gen to jest zapisana informacja na temat naszej konstrukcji. Поэтому ген – это записанная информация на тему нашей конструкции. Установил зробить певну аналогию до будови дому. И я, ну, как бы позволил себе сделать определенную аналогию в отношении построения дома. Если хотим выбудовать дом, то идем до проектанта и купуем проект дома. Если мы хотим построить дом, мы идем к проектанту и покупаем проект. Если купили мы проект дома, мы дом. Если мы купили проект дома, есть ли у нас дом? Но нет, мамы только проект. У нас есть только проект. Мамы его визуализация. Есть его визуализация. Очень часто мамы спецификация, чили или будет имел окен, дверь, колор, який будет этого дома. Очень часто у нас есть спецификация, то есть мы знаем, сколько будет дверей, сколько будет окон в этом доме. Чтобы мы еще стать общим мире дом. Что должно произойти, чтобы у нас был дом? Чтобы зазвонить на склад будовлады. Нужно позвонить на склад и заработать материалы будовлады. И купить строительные материалы. Jakie i ile? Какие и сколько? Wszystkie zgodnie ze specyfikacją. Все согласны спецификации. Czym jest DNA? Что такое DNA? To jest zapisana informacja DNA. Na temat, jak człowiek będzie wyglądał. DNK to informacja na temu, jak człowiek będzie построен. Co trzeba zrobić, żeby stworzyć człowieka? Что нужно, чтобы создать человека? Nałożyć na talerz składniki budowlane. Położyć na tarelkę строительные материалы. Słyszeliście o powiedzeniu, jesteś tym, co jesz? Słyszeliście frazę, że ty являешься тем, что ты кушаешь? A kto zrozumiał, że to jest dosłownie, że jestem tym, co jem? A kto понял, что это прямо дословно, что ты являешься тем, что ты ешь? Teraz uwaga. I теперь внимание. Tak sobie myślicie. Jak sobie to wiedzieć? Думаете, зачем я это знать? Дядек жил 96 лет и о том не имел понятия. Мой дедушка жил 96 лет и не знал вообще никакого понятия. Я стал одним из największych сцептиков, який ходит по земле. Я самый большой скептик, который ходит по этой земле. Знакомый, который меня запросил до этой бранжи, 2 лета потребовал, чтобы меня переконать. Знакомый, который пригласил меня в эту индустрию, ему понадобилось 2 года, чтобы меня убедить. Ведь из вас был давно звонок. Большинство из вас тоже уже давно могло начать сомневаться. Но в моменте, когда мне кликнуло и зрозумело, о чем ходит. Но в момент, когда у меня щелкнуло, я понял, в чем суть. Начал использовать какие-то засады. Я начал использовать определенные правила. Зачем еще от этого, что кто-то мне задал питание? Началось с того, что кто-то задал мне вопрос. Говорит, Петр, поведь мне, скоро человек потребует 60 минералов, 16 витаминов, 12 минералов квасу и 3 кваса тушеного. Петр, скажи, что если человеку нужно 16 минералов, 16 витаминов, 12 аминокислот, сколько мне нужны минералы? А где мы берем минералы? Я кто сколько? С едзанья. Я говорю, ну как, откуда из питания? Ну хорошо, а едзанья сколько бежит минералы? Хорошо, а еда откуда берет минералы? Вы видите же минералы, чили первязки щелодовые. Посмотрите, что минералы... Не творит их природа, только они са в земле. Их не создает природа, они находятся в земле. А искусственный процесс говорит, ну смотри, ну пришли решили черпать минералы из земли. Но смотри, растения же берут минералы из земли. Он говорит, а что, если так уже не есть? А что, если так уже не является? Теперь смотрите на табеле и посмотрите на табличку. С
której są robione badania utraty wartości minerałów z składniku mineralnego, w której jest потеря питательных элементов в этих продуктах. I teraz zobaczcie na waszego dziadka. I posłuchajcie na waszego dziadka. On nie miał pojęcia, że ziemniak jest źródłem wapnia. И он, ну, даже не догадывался, что картошка является поставщиком магии или кальция. И сейчас он несвядомо наложил себе одного жемчужника на тарелку. И он неосознанно положил себе одну картошку на тарелку. И мы несвядомо тоже кладем такой сам жемчужник на тарелку. И мы также неосознанно ложим одну эту картошку себе на тарелку. Але не такой самый. Но не такой же. Во 5 раз и вапня, чем этот дядька. У него в 5 раз больше было магния, чем у нас. Але есть еще больше. Но есть еще большая проблема. Наш дядя работал физически на роли. Наш дедушка работал физически в фермерстве. Спало около 5000 калорий. Он сжигал минимум 5000 калорий. Мы еще не работаем, что так не работаем. Мы физически сегодня так не работаем. Мы сжигаем только 2500 калорий. Ну, 2500 калорий нам. А ведь дядя мог съесть 5 чемпионов. И дедушка мог скушать 5 картошек. А вы получили 2,5, а мы должны 2,5. Але сгодись на топелок. Но согласен с этой табличкой, повечем взяли 25. Мы должны съедать 25. И видите, что никто же тебя ездил. И знаете, что некоторые действительно столько едят. И для этого тоже мамы 3 группы людей в сообществе. И поэтому у нас есть 3 группы в обществе. Те, кто же дуже ездил, те, кто много кушает, цалким нежно соло живели, вполне неплохо как бы питаются, але мои удалки от калорий, в смысле золоты. Но, к сожалению, у них слишком много калорий, поэтому у них лишний вес. Другая группа людей, которые умеют. Другая группа людей, которые кушают меньше. Те, кто просто шубо, хочет выглядеть стройно. И по-другому, не доживели, я на месте. И очень часто не хватает питания, и они выглядят... Есть третья группа. Есть третья еще. Люди щадомые. Люди осознанные. Кто же начинает еще отживять и признает уезжать. Который начинает питаться, перестает кушать. Але некоторые говорят, але скот кто себе взял? И кто спрашивает, а откуда это происходит, появилось? Что это же с ним? В первую очередь. Кедыш, все наши дядьки были рольниками. Когда-то практически все наши предки были фермерами. Дичьи были только 1% рольников. А сегодня только 1% людей является фермерами. 1% людей должны жить 99 часов. И 1% населения должен... поставляет питание 99% людей. Сейчас рольник не управляет, а продукует живность. Сегодня фермер как бы не производит, он просто делает еду. А вот по посводству 3 ключевые препятствия, которые навожу землю. А 3 необходимых удобрения добавляют в удобрение. Когда удобрения. Когда существовало 2 полоски и 3 полоски, так звали подозмены. Когда-то использовались система 2 полей, 5 полей, то есть поля менялись. Сейчас же этого не делаем, потому что рольники замеханизованы. Сегодня этого фермер не делает, потому что он работает механически. Когда продукует кукурузу, то на большую скалу. Когда производит кукурузу, то на большой объем. Земля начала еще бунтовать. Земля начала бунтоваться. Растения начали еще бунтовать, перестали развиваться. Растения начали бунтоваться, они перестали развиваться. Что сделал человек? Что сделал человек? Начал быть модификацией генетической. Он начал делать генную модификацию. Потому что наше шибко росло, чтобы растение быстрее росло. И оно, общем, шибко росло. И оно действительно быстрее росло. Але все разбавлено пуста в широтку. Но все более пустая в середине. Видите, по твоей стачка? Видите, для чего есть стачка? Стачка есть потому, чтобы нам удобно добить материал. Нам для того, чтобы мы могли на стройку привести материал. И мы решили потому, чтобы достарчили нам вартощи лжича. Мы кушаем растения, чтобы они доставляли нам питательные вещества. Обычно решили свою как пустая тачка. А сегодня растения, они как пустая тачка. И мы отключили. Мы кушаем отраву практически. И поем обещать лучше. Я больше вам скажу. Если пу беды, которые решили свою управляли на земле. Еще половина беды, когда растения растут в земле. Але это раз чаще всего, правда, хидрополифоничное. Но все чаще начинает появляться производство то есть такая мата, как у слова. То есть это такая поверхностная космоса. Насочена хемио. В которой полно химии. Которая исключена расширенным взрослым. Которая нужна растениям для роста. Тогда я вам пытаюсь скот, и расширенные берут привязки. И тогда у меня вопрос, откуда люди, откуда растения берут эти удобрения? Их там нема. Их там нету. Зубачи с очень трудным. Смотрите, кто это график. То есть спадает заводочную ситуацию. Это падение содержания питательных веществ. И сгодность по поводу хорбцизации. И рост болезни цивилизации. Смотрите, в чем нужно сделать то, что делает Тихар Пекер? Я хотел бы сделать что-то, что делает Тихар Пекер.
Я говорю, опять же, я делаю маркетинг. А ведь не верьте в жаль до слова другого. Поэтому не верьте ни в одно слово, которое я вам говорю. Але будьте скептиками и будьте скептиками. И справьте то всё. И проверьте это всё. Если вы уверены, что каждую вещь, которую вам говорили, я глубоко убежден, что каждую вещь, которую я вам сказал, дайте подтверждение вещи, только дайте шишку. Вы найдете подтверждение, потому что начнете связь информации. И то есть свой очень проблем. И это определенная проблема. Люди говорят, если не ем фастфудов, добре ще отживем. Люди говорят, что если я не кушаю фастфуды, я хорошо питаюсь. Кто из вас хочет из вас скале Анди? Кто из вас знает график Анди? Невозможно. Чем есть скала Анди? Что такое график Анди? Там все рослины, там есть там, кто ем, все, что ем. То есть это все те вещи, которым мы питаемся, опунктовали. В пунктах. Найвеце пункту достает то, больше пунктов получает то, то есть бардзо отживче и низкокалорийное. Что очень питательное и имеет маленькое количество калорий. Хоть я не знаю никого, как бы ярмуш и пшикл. Не знаю никого, кто покушал эту листовую капусту и толстел. Понимаешь, там есть сосуды, бардзо отживче до калорий 1000 до 1. Потому что там соотношение питательных веществ к калориям есть 1000. Только меньше людей ест. И все ежелье. Это ближе объясни. Но по большинству людей, ну, даже если кушают, например, хлеб, а в нем только 30 пунктов. Сок вычискал из яблок. Сок, который выживается из яблок. Он здоровый? Очень здоровый. А это только 11 пунктов. Но они только 11 пунктов. Мы не можем забирать фруктозу, чьи цукер. Потому что у них есть фруктоза, то есть сахар. Здравствуйте. Współczesny, świadomy człowiek. И поэтому современный человек не стосует жадный диет. Не использует никаких диет. Але świadomy się odżywia. Но он осознанно питается. Релаксуешься. Он расслабляется, релаксацию делает. Управляет спорт. Занимается спортом. Придает не рушащий. Как минимум двигается. И суплементует. И употребляет воду. Суплементация походит от слова «суплементаре», чили «узуполнение». Слово «суплементация» происходит от слова «суплементаре», то есть «узуполнение». Восполнение, да. Джон Балк. Джоэл Уоллок. Если зайдете до интернета, значит, что артикул, который назвал «Не живи, лекарь, не помню». Если зайдете в интернет, то найдете там статью «Умершие врачи не врут». Зато номинировали до награды Нобеля. Его номинировали на Нобелевскую премию. За то, что припроводил в своем жизни бадания. За то, что он провел в своем жизни исследования. Полагается на том, что припроводил несколько тысяч секций сбок свежих людей, которые умерли в способ натуральный. Потому что он провел несколько... Несколько тысяч исследований на умерших животных и людях. Не с поводу хороб, только с поводу натуральных болезней. Не с причин болезней, а с, по натуральным причинам. Заставляющий, почему люди умирают. И он хотел понять, почему люди умирают. Был в шоке. Он был шокирован. 97% сгодов, 97% этих смертей было спровоцировано недобором минералов и витаминов в организме. Было спровоцировано нехваткой минералов и витаминов в организме. Его артикул назывался «Не живи, лекарь, не помню». Его артикул называется «Умершие врачи не врут». Понимаешь, по поводу что это проблем. Потому что он обратился к определенной проблеме. Понимаешь, наикруче живется группа сплошна в Станах Зеленочных. Потому что самая короткая... Самая короткая продолжительность жизни профессия, которая имеет в США, пусть это кажут, это врачи. Средняя веку 57. Средняя продолжительность жизни 57. Как у нас польский фармацевт? Это как раз польский фармацевт. Нестор польского зеленочества. Ну, очень видный деятель фармакологии. Он говорил, что если хотели бы отживать в способ натуральный, и он сказал, что если бы мы хотели питаться натуральным образом и быть абсолютно убежденными, что будем здоровы, и быть абсолютно убежденными, что мы хотим быть здоровыми, мы хотели бы съесть где-то 60-50 килограммов поживи на день. Нам нужно было бы съедать 30 до 50 килограммов питания в день. Глобально, 2500 лет тому. Посмотрите, 2500 лет назад. Отец спутецкой медицины. Отец современной медицины. Гиппократес. Гиппократес. Поведел же, так и здание. Них поживение будет лекарство. Сказал, а лекарство поживение. Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство пищи. Кстати, повстал проблем. Появилась проблема. Есть поважный проблем, сплочество не верит, что это значит быть здоровым. Есть серьезная проблема.
общество не знает, что это здоровье. От этого тоже повстала фирма Дура, поэтому появилась компания Дуалай. Повстала фирма Дуалай, это действительно вакцина. Появилась компания Дуалай, сегодня это акционерное общество. С новочасовой фабрикой. С современной фабрикой. Заложено через людей, которые смотрят на свет и видят потребности. Которые основаны людьми, которые смотрят в мир и видят потребности. А инспирацию продуктов Дуалай, а вдохновением продуктов Дуалай, есть доктор Кардаш. Является доктор Кардаш. Доктор биологии. Доктор биологии. Который целую жизнь шукал синергии человека с природой. Который всю жизнь искал синергии человека с природой. Подружил он с мужчиной, путешествуя по миру. Дошел к такому правилу, что он открыл такие закономерности. Там, где нет цивилизации, там, где нет цивилизации, не было хоровой цивилизации, нету болезни цивилизации. Там, где не было фармации, там, где нет фармакологии, люди разум себе, как через 1000 лет. Люди справляются, как и 1000 лет назад. Зафасцировали медицину Дальнего Востока, медицину Хинского. И воодушевленной медициной восточной, медициной китайской. А шикунья медицина индийского паркового. А особенно индийская медицина, которая опирается в растения. Звару наистаршую медицину света, аюрведа. Называется самая старая медицина мира, аюрведа. Зосталось служены продукты. Были созданы продукты. Которые са отповедью на случайные проблемы цивилизации. Которые являются ответом на современные вызовы цивилизации. И сейчас, чтобы уникнуть дальше будет умножение, что выдержано на презентации. Чтобы сейчас немножко сократить время и растягивать презентацию. Хотел бы отдать микрофон особе, которая поповел продукт. Я хотел бы передать слово человеку, который расскажет про продукты. Не вижу, чего вы сподевались по первой части. Я не знаю, чего вы ожидали после вот этой первой части. Але ходит долго уж по свете. Но я долго хожу по этому миру. И зауважаю, что каколебик бизнес света. И я заметил, что какой угодно бизнес мира мусить еще опирать по вартощевую услугу или вартощевый продукт. Должен основываться на высококачественном продукте, на высококачественной услуге. Здесь есть правда, что есть множество продуктов на свете. Я абсолютно четко понимаю, что есть огромное количество продуктов в мире. Если люди не разумеют, как эти продукты действуют. Но если люди не понимают, как эти продукты действуют, то их не уживают. То их не используют. Если не чувствуют потребности продукта. Если не чувствуют потребности продукта. Поэтому в своем заводе научился всего лишь одной важнейшей вещи. Поэтому в своей профессии я научился одной очень важной вещи. Разговаривать и усвоить потребности продукта у другого человека. Разговаривать и видеть потребности продукта у другого человека. Если люди разумеют, что есть потребности и есть продукты, потому что если люди понимают, что есть потребности, есть продукты, есть предупреждение, есть тогда обращение денег. А если есть предупреждение, можно заработать. А если есть обращение денег, можно заработать. Выполнение именно участия в этих заработках. Совершенно другой частью будет заработок. А хотел бы вам условить, что это самое. Но я хотел бы, чтобы вы осознали, что то, что мы имеем, есть ответом на потребности целого света. Это ответ на потребности всего мира. И тоже то есть аккурат польская фирма. И то, что это как раз польская компания, не имеет большого значения. Они возвращены на философии. Потому что мы базируемся на философии, которая более 1000 лет. Есть бездискуссийна, справдзвана. Которая неоспорима, проверена. Единственное то, что мы создали, то сделали бизнес 21 века. Это сделали бизнес 21 века. Дякую за внимание. Большое вам спасибо.